Семья Анастасии Заворотнюк проходит через тяжелые испытания, которые обрушились на них словно снежный ком. Петр Чернышов и семья Анастасии Заворотнюк до сих пор не могут смириться с ее потерей. За помощью они обратились к религиозным служителям. В этот трудный период жизни духовная поддержка Петру Чернышову и его дочери Миле была очень необходима. Петр Чернышов очень благодарен Покровскому монастырю и игумене Феофании за ценное внимание и поддержку, которую они оказали. Младшую дочь Анастасии Заворотнюк готовили к печальной новости именно в монастыре. Только там ей смогли объяснить, что случилось с мамой Настей, чтобы девочка узнала и не услышала всю ту суровую правду, с которой на самом деле пришлось столкнуться ее любимой маме. Неизвестно было, как она справится с потерей родного человека. Ведь Миле всего 5 лет, и она еще не до конца понимает, как порой жестока может быть жизнь. Такую деликатную тему нужно было подать правильно, чтобы Мила восприняла случившееся как можно лучше и не так болезненно. Мила появилась на свет, когда ее мама Анастасия Заворотнюк уже знала о своей тяжелой болезни. 5 лет актриса боролась за свою жизнь, но исход оказался суровым. Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышов был рядом с женой до последней минуты ее жизни. Он боролся за каждый ее прожитый день и до последнего верил, что его любимая жена победит в этой страшной борьбе с болезнью. Однако, болезнь оказалась сильнее. Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет. Теперь воспитанием Милы будет заниматься преимущественно ее папа, Петр Чернышов. А когда он на работе, за девочкой будет присматривать ее любимая бабушка, Валентина Борисовна, которая сейчас как никогда нуждается в поддержке родных. Глубокая утрата оставила в сердцах семьи непоправимую рану, и теперь им предстоит находить силы, чтобы жить дальше без родного человека.